Скажи, пожалуйста, вот тут вот человек какой-то болтается рядом с тобой. Он на тебя работает? Нет, он на меня не работает. Я просто на его фоне выгляжу более умной. И таким образом ты хочешь добиться вместе с ним популярности канала? Нет, я ничего не хочу добиваться. Собираешься ли ты... Охрана! А хочешь стать популярной? Скорее всего. Почему ты хочешь именно... Привет, мам. Я на телеке. Объясни, пожалуйста, почему твой друг... Ты думаешь, что ты с ним рядом, с ним умная, а люди думают, что рядом он, рядом ты. Ты рядом с ним намного хуже выглядишь. Намного ты не считаешь то, что его надо убрать? Сейчас тебя уберем. Короче, вы были на канале Наташи. Это все. Всем пока. Наташа! Пока.